Всем привет, дорогие друзья! В этом выпуске я расскажу, почему Конор Макгрегор и Хамзат Чимаев повздорили и кто начал первым. Только что Чимаев пришел в UFC меньше 15 дней назад и сразу столько новостей вокруг этого парня. Чимаев дебютировал в UFC 15 июля, выиграв бой в среднем весе с Джоном Филлипсом с удушением Дарс в первом раунде. А через 10 дней он провел свой второй бой, победа над бывшим чемпионом BAMMA Рисом Маки в первом раунде техническим нокаутом. В бой полусреднем весе. Хамзат трудяга, много отдал сил, он хорош, а Дана Уайт назвал его особенным. После своих побед Чимаев сделал пару громких заявлений, что ММА это легко для него, что он стремится помогать людям, а не быть как Мейвезер и Макгрегор. А после перепалки в Твиттере с другом и тренером Макгрегора Диланом Деннисом в дело вмешался и сам Конор. Напомню, что под одним из постов в официальном аккаунте UFC Конор написал «крысиная губа», но позже удалил свой комментарий. Ответ Чимаева не заставил себя долго ждать, он отреагировал на оскорбление Конора, разместил в Инстаграм фото со своего первого в UFC поединка. Это отсылка к бою Конора и Хабиба, который закончился примерно в таком же положении. И упомянул он ирландца, отметил его страничку и оставил эмодзи курицы. Непонятно, с чего Конор Макгрегор решил наехать на дебютанта, может быть, он решил заступиться за друга Дилана Денниса. В любом случае, Чимаеву только на руку то, что о нем заговорил Макгрегор. Ранее Хамзат Чимаев рассказал историю, как полетел в Ирландию, чтобы спросить с Конора Макгрегора за оскорбление Зубайры Тухугова и Хабиба. «Я в аэропорт прилетел, меня остановили, сказали, что не могу никуда поехать, повезли меня в участок, я ждал 8-9 часов, и потом меня отправили обратно в Швецию. Если бы я его встретил, то врезал бы», — рассказал Чимаев. А теперь, о дне сегодняшнем, час назад, Чимаев у себя в Твиттер сделал новое обращение. «Конор Макгрегор, тап-машина, куриное сердце, куриное сердце. Дана Уайт, я голоден, дай мне десерт». Как вы думаете, что ответит Конор Макгрегор? Хамзат Чимаев вызвал Конора на поединок. Безусловно, ирландец – одна из главных звезд UFC, и бой с ним принес бы ему огромную популярность. Но пойдет ли на это сам Макгрегор, который на данный момент завершил карьеру – это большой вопрос. Чимаев ясно дал понять, что планирует стать хорошим примером для подражания, он планирует стать новой звездой UFC вместо Конора. «Чтобы помочь кому-то, я делаю это не только для себя, я делаю это для всех, кому могу помочь. Я не хочу быть таким, как Мейвезер, как Макгрегор, быть одним из парней, которые показывают свои деньги, показывают свои машины, как-то так. Я хочу помочь людям». Чимаеву предстоит пройти долгий путь, прежде чем он получит шанс побороться за титул в полусреднем или среднем весе. Но одно можно сказать сейчас уже точно. У него получилось сделать то, что получается не у всех. Он показал результат и мощно заявил о себе на весь мир. Если Хамзат Чимаев также активно продолжит и дальше, как в июле, то популярность и чемпионство — это всего лишь дело времени. И все это может прийти к нему быстрее, чем многие думают. С кем и когда вы бы хотели, чтобы Хамзат Чимаев дрался дальше? А может быть, это будет Конор Макгрегор? Напишите об этом в комментариях. Ну что же, вот такой получился выпуск «Хамзат Чимаев и Конор Макгрегор». Если видео было полезным, если вы узнали что-то новое, пожалуйста, поставьте лайк. Ну что же, увидимся с вами совсем скоро. С вами был Андрей Антонов. Всего доброго.